Всем большой привет из Дубая. С вами Елена. Я приглашаю в этом видео вас полюбоваться музыкальным фонтаном, который расположен в искусственном озере площадью свыше 12 гектаров, рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в центре Дубая. Проектированием системы фонтана занималась калифорнийская компания, которая также известна музыкальным фонтаном перед отелем «Белладжио» в Лас-Вегасе. Это один из самых больших и высоких фонтанов в мире на сегодняшний день.
ширина фонтана составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров, что примерно равно высоте 50-этажного здания. И тем не менее, это всего лишь 1/5 часть высоты небоскреба. Фонтан подсвечен 25 цветными и 6600 точечными прожекторами. Бурдж-Халифа – самый высокий небоскреб в мире. Высота 828 метров, 163 этажа. Всем пока!